Жители Карачаевска такой капитальной реконструкции общественной территории по улице Мира ждали очень долго, как минимум четверть века. Сейчас строительные работы аллеи, которую без всякого преувеличения, можно сказать, отстроили заново, вышли на завершающий этап. Ахмат Халкечев далее. С просьбой благоустройства данной территории главе республики Рашиду Тимрезову обратилась жительница Карачаевска во время выездного приема граждан. Хоть и протяженность самой аллеи чуть больше полукилометра, но общая площадь составляет более 10 тысяч квадратных метров. И значительная часть территории по проекту пойдет под озеленение. Аллею будут украшать шаровидные клены, туи, самшиты и кустовые розы. А для удобства горожан установят около 50 лавочек и мусорных урн. Проект прошел государственную экспертизу, подписали контракт, в мае месяце его подписывали, но из-за того, что у нас вот период эпидемии, там COVID-19, работы были чуть приостановлены, и дальше уже форсируем, так сказать. Общая площадь самой аллеи 10 480 квадратных метров. Зеленая зона, соответственно, около 7 тысяч квадратных метров. Вот площадь большая, учтены там пандусы для маломобильных групп населения. Вот все, что требуется программой, все старались учесть и так строим. Проект новой аллеи реализуется в рамках нацпроекта «Комфортная городская среда». На данный момент уже есть фонари ночного освещения, завезен чернозем и уложено более 3000 квадратных метров тротуарной плитки. Все спроектировано очень грамотно, и я думаю, все горожане будут довольны. Здесь, кроме старого асфальта и сломанных бордюров, ничего не было. Именно по периметру этих 600 метров не было ни одной скамейки. Полная реконструкция аллеи стала радостным событием и поистине долгожданным подарком для юных горожан, которым негде было разгоняться на своих самокатах и оттачивать навыки катания на роликовых коньках. Для самых маленьких горожан на этой аллее предусмотрен еще и игровой комплекс. На площадке с каучуковым покрытием расположатся песочницы, качели и карусель. У меня самокат есть, я на самокате вон вот, там. Вон на роликах катаемся. Удобно на роликах кататься? Да, вот тут я только научилась недавно кататься на них. Потому что на этой резине на ней легче кататься. Просто когда падаешь, там не так больно. А еще там будут качальки специальные, чтобы вперед и назад. Сейчас, по словам представителя подрядной организации Ачимиза Иркенова, данный объект готов на 90%. Ну а завершить все работы планируют до конца первой половины июля. Ахмат Халкечев, Расул Бердиев, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск.